По мосту в поселке Калинина возобновилось движение. Торжественного открытия моста не было. Фотографии нового сооружения опубликовали пользователи форума «За рулем». Напомню, что мост в Калинино должны были сдать осенью 2014 года, но строительство остановилось из-за смены подрядчика. Водителям приходилось ездить по временной дамбе, которую смывало паводком каждую весну. Новый подрядчик заявил, что мост будет готов в мае. Объект сдали в июле. Впрочем, все равно на месяц раньше контрактного срока.